Сергей Меликов обратился к дагестанцам в связи с событиями в Донбассе, где сегодня утром была начата специальная военная операция. Глава региона заявил о полной поддержке решения президента России. Ситуация находится под контролем. Все республиканские органы власти продолжают работать в штатном режиме. «Хочу призвать и вас сохранять спокойствие и выдержку», цитирует Меликова его пресс-служба.